В нашем дворе детская площадка давно уже устарела, поэтому мы все время обращались с вопросом, чтобы установить новую детскую площадку. В этом году по нашей просьбе сегодня устанавливают новую площадку. Мы очень благодарны акимату, руководству города, что на нашу просьбу откликнулись. Раньше не было особо качелей никаких, дети выходили, но они у нас такие, что везде найдут где поиграть. Но сейчас, конечно, мы рады, что нам поставят площадку наконец-то у нас, потому что здесь очень много детей, очень много маленьких детей, с которыми нужно где-то играть, нужно развлекать их, веселиться.